Рад снова быть с вами. Недавно мы провели 24-часовое молитвенное служение на нашем кампусе. Мы приглашали людей провести по часу в молитве. Мы молились ночью, и на следующий день сотни людей участвовали в этом. Кульминацией стал Национальный день молитвы. Сотни человек собрались, чтобы вместе провести час в молитве за нашу страну. После этих двух дней я понял, что нам нужно нечто большее, чем Национальный день молитвы. Мы должны ежедневно молиться за нашу страну. Очень важно, чтобы мы регулярно собирались вместе и просили у Бога милости и водительства для нашей страны. Не стоит думать, что мы выбираем лидеров, чтобы они принимали благочестивые решения за нас. Или что это должны делать пасторы или кто-то еще. Друзья, мы — церковь. Мы либо будем стоять за добро в это время, либо капитулируем. Я хочу призвать вас сегодня. Я не знаю, как вы обычно смотрите наши передачи, но предполагаю, что вы можете заниматься чем-то еще. Я хочу попросить вас отложить то, чем вы занимались. Давайте уделим это время тому, чтобы сконцентрироваться в совместной молитве за нашу страну. Нам нужны события от Бога. Нам нужна не просто проповедь или семинар, нам нужно вмешательство всемогущего Бога за нас. Если мы будем стоять вместе в молитве, то увидим это. Я призываю вас присоединиться ко мне в молитве. Я дам вам места Писания, которые помогут в этом. Но больше всего я хочу, чтобы в ближайшие минуты вы молились от всего сердца. Возможно, вы можете привлечь соседа, сотрудника или родственника, чтобы ежедневно молиться за нашу страну. Это поворотный момент, переломный момент. Будущее нашей страны, наших детей и внуков, будет связано с теми решениями, которые мы примем в ближайшие недели и месяцы. Я верю, что это важно. Я рад, что могу провести это время с вами. Возьмите свою Библию, потому что она вам понадобится. Вы можете взять блокнот и сами записать свою молитву. Но важнее всего, чтобы мы открыли свои сердца для того, что Дух Божий приготовил для нас. В своей простейшей форме молитва — это приглашение для Бога. Я хочу предложить вам присоединиться ко мне в этом. Когда мы молимся, то открываем двери для божественных возможностей. А когда не молимся, закрываем двери возможностей. Надеюсь, вы убрали некоторые слова из своего словаря, если уже некоторое время с нами. Раньше мы говорили: «Я не молюсь, я не знаю, как молиться, мне некомфортно молиться». Надеюсь, вы убрали эти слова из своего сердца и стали человеком, который молится, ищет возможности помолиться. Когда они убрали молитвы из наших школ, из матчей. Знаете, почему им удалось это сделать? Мы оставили молитвы во многих местах — дома, в бизнесе, в семье. Для них стало очевидно, что эти места легче всего отделить от молитвы. Когда молитва снова станет нормой, то будет нормально молиться в школе или на матче, как молиться перед едой, молиться с семьей, молиться на праздник или в больнице. Мы должны снова сделать молитву частью нашей жизни. Хватит ждать законодателей. Мы не должны ждать, когда кто-то другой изменит что-то. Это мы должны расширить понятие молитвы. Я могу помочь вам с этим, учитывая Писание. Моей должности вывеску на здании, когда ко мне приходят бизнесмены, они часто готовы помолиться. Я бывал на множестве строек и утверждений проектов, где мне говорили: «Пастор, вы не хотите помолиться? Можете не сомневаться, они будут молиться со мной». И они будут молиться с вами. Это придает новый смысл искусству заключения контрактов. Сиквел книги. Вот вам идея. Я благодарен, что у нас есть Национальный день молитвы. Но мы должны стать народом, который молится ежедневно. Молитва должна двигаться по всей стране с лучами солнца. Она формирует нашу жизнь, приглашая в нее Бога. Но молитва — это не только разговор с Богом. Я не буду рассматривать это подробно, но суть молитвы также в слушании. Если вы думаете, что можете уделять время молитве и не слушать, вы упускаете важную часть. Ведь именно в момент молитвы, когда мы оставили все, что отвлекает нас, обратив свое внимание и сердце Господу, мы можем принять от Него. Если мы находимся в отчаянном положении, мы склонны просить чего-то у Бога. Но мы должны также настроиться на то, чтобы слушать Его. Этот год кажется мне уникальным. Ровно год назад мы собрались впервые со времени объявления пандемии в нашей стране. Церковь была закрыта 10 недель. Здание было закрыто. Мы не проводили служение.
не на кампусе, а только вещали их в интернете. Наши дома стали нашим местом изоляции. Улицы были пусты, рестораны были пусты, школы были закрыты. Помните? Если же сейчас проехаться по Мёрфисборо, то вы захотите, чтобы снова вернулись дни локдауна. Сегодня мы смеемся, но тогда это было пугающее время. Мы мало что знали о вирусе, они все еще решали, как называть его и каково его происхождение. У нас не было планов лечения, мы не знали, какая часть населения была самой уязвимой. Все старались оставаться дома. Мы с опаской выходили за едой и последними рулонами туалетной бумаги в Теннесси. А после 10 недель изоляции, когда настало время национального дня молитвы, мы сказали, что не будем больше сидеть дома. Мы подготовили все для того, чтобы поставить сцену на улице. Мы арендовали оборудование на 2 недели. Но оно все еще там. Если бы невозможная гроза, мы бы все еще были на улице. Но я благодарен, что мы можем собираться внутри. Можем ли мы сказать, что Бог был благ к нам? Год назад они говорили нам. Они говорили нам, что около 2 миллионов не переживет пандемию. Они говорили, что наши больницы и система здравоохранения не выдержат этого, что у нас начнутся проблемы с едой, что мы можем столкнуться с голодом. Предположения были ужасными. Они основывались на той информации, что была тогда. Я не бросаюсь камнями. Я благодарен всем, кто усердно трудится над этой проблемой, людям в сфере здравоохранения, помогающим нам. Но я верю, что всемогущий Бог вмешался в нашу жизнь. Он сохранил нас, Он сохранил наше собрание. На самом деле Он расширил наше служение. Мы влияем на большее число людей в Теннесси и по стране, чем до начала пандемии. Я не могу объяснить этого. Он сохранил наших детей. И наши семьи также. Мне кажется, что правильно будет начать эту молитву с благодарения. И оно должно исходить из нашего сердца. Я знаю, что мы в церкви, в здании, на улице вы более активны. Я подготовил для вас несколько стихов из Писания, и они должны уже быть у вас. Да, давайте повеселимся и раздадим листки. Мы многое считали данностью, не так ли? Мы многое считали данностью до этого дня. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. Очень люблю этот стих. Там сказано «возвестить сетующим на Сионе». Бог обеспечивает тех, кто скорбит. Разбитое сердцем и разочарование не дисквалифицируют вас. Они привлекают Божие внимание. Он обеспечивает тех, кто скорбит, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда. И назовут их сильными правдою. Насаждением Господа во славу Его и застроят пустыни вековые. Давайте, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Какое удивительное место Писания. Я должен противостать искушению. А то у нас просто не хватит времени. Оно начинается с тех, кто скорбит. А затем там сказано, что мы станем сильными правдою или дубами праведности. А между скорбью и дубами праведности происходит обмен на 3 уровнях. Мы меняем пепел на украшение. Мы меняем плач на елей радости. Елей в Писании — это прообраз Духа Святого. Дух Святой принесет нам радость. Мы также поменяем унылый дух на одежду хвалы. А если бы вы попросили меня описать тело Христова в нашей стране, то, как мне кажется, ему подойдет слово «уныние» или «отчаяние». Мне кажется, что оно парит над нами, как облако в мультике. Мы можем
а выйти из него на минуту или две, но у нас остаются проблемы и скорбь о том, что прошло мимо нас. Мы думаем, не возвращаемся ли мы к тому, что было? Я думаю, что нет. Мы не уверены, что то, что впереди нас, лучше. Мы не доверяем Господу в полноте. Я бы хотел в первой части призвать вас облечься в одежду хвалы, чтобы сознательно принести жертву хвалы и благодарения. Мне нравится, как заканчивается это место. Там сказано, что нас назовут дубами праведности, насаждением Господа. Это не что-то, что сделали или установили мы. Но больше всего меня интересует следующее обетование. Мы восстановим древние руины. Мы видим, как рушатся вещи, которые были частью нашей жизни. Ценности и представления о семье, браке и поведении. Но Бог говорит, что Он может восстановить руины и то, что было разрушено. Каков путь к этому? Он в нас. Мы должны облечься в одежду хвалы, снять дух отчаяния, принять елей радости. Сами посмотрите на первую книгу Паралипоменон, 16 главу. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его». Ищите непрестанно лица Его. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Какое чудесное приглашение. Давайте вместе посмотрим первое послание Петра, 5 главу, 7 стих. Можете произносить эти слова внутренне, а можете и вслух вместе со мною, как вам угодно. Все заботы ваши возложите на Него. Ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Возможно, как никогда ранее, мы осознаем, что весь мир проходит через это. Весь мир остается дома. Путешествия прекратились. Привычные дела исчезли. Но мое внимание привлекает первый стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Отдайте их Ему. Вы не почитаете Господа, если не позволяете Ему нести их. Я переживаю о том, что будет. Хорошо, отдайте это Ему. Я вижу нечестие, безбожие вокруг. Я рад, что вы заметили. Так отдайте это Ему. Он понесет это гораздо лучше вас. Евангелие от Матфея, 6 глава. Нагорная проповедь Иисуса. Он полдюжины раз говорит, не переживайте, не переживайте о завтрашнем дне. У каждого дня достаточно своих личных и собственных забот. Мы были непослушны. Путь вперед начинается в сердцах Божьих людей. Я услышу аминь на это. Тревога и переживания могут нейтрализовать вас. Они могут удержать вас от исполнения того, что Бог просит вас сделать. Один из лучших ответов на это — благодарение. Молитва не пассивна. Люди часто не посвящают себя молитве. И мы думаем, что это какая-то пассивная реакция. А все наоборот. Молитва — это подтверждение духовных намерений. Молитва — это когда мы приглашаем Бога принести Его решение в нашу жизнь. Когда мы молимся, небеса движутся, Бог отправляет ангелов, пути нации меняются, меняется судьба ваших детей. Мы не можем позволить себе не молиться.
Бог сохранил нас во время пандемии. Он избавил нас от угрозы, которая загнала нас по домам. Мы снова обретаем жизнь. Нам есть за что благодарить. Есть немного вещей в жизни, которые сильнее духа и отношения благодарности. Если у вас были трудности с тяжестью, разочарованием или депрессией, практикуйте благодарность. Найдите простые вещи, за которые вы можете быть благодарны, и озвучьте это Господу. Это отгонит тяжесть. Я буду молиться с вами. Мы еще не закончили этот выпуск. Мы будем молиться больше одного раза. Это служение, тренировка. Молитва — это не пассивный ответ. Молитва — это приглашение для Бога в нашу жизнь. Не оставляйте молитву до конца выпуска или служения поклонения. Молитва должна стать привычкой для вас. Я хочу помолиться сейчас. У вас есть за что быть благодарными? Знаю, что есть. Давайте уделим минутку, чтобы поблагодарить Бога за Его доброту в нашей жизни. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сохранил нас во время пандемии. Господи, Ты дал нам возможность собираться вместе благодаря технологиям. Спасибо за возможность делиться Евангелием по радиоволнам, за свободы и права, которые принадлежат нам, за доступ к Слову Божьему, к Твоему Духу, за кровь Иисуса, которая очистила нас. Во имя Иисуса. Вернусь через пару минут, чтобы снова молиться с вами. Церковь определяет наши отношения с Иисусом из Назарета. Если вы выбрали Его Господом своей жизни и служите Ему как Царю, Иисус — глава Церкви. Вы приходите в Его Царство, когда признаете Его как Господа. Он дал нам указание — покаяться и верить. Эти слова идут вместе. Покаяние — это дверь, катализатор веры. Если вам тяжело верить Писанию, тяжело верить библейской морали или сотворению — это вопрос покаяния. Спросите Дух Святой, что удерживает вас от того, чтобы верить. Это не просто внутренняя борьба, это духовная борьба. И если мы начнем лучше каяться, то начнем лучше верить. Я хочу, чтобы мы молились об осознании того, чтобы нечто большее, чем общины, которые поклоняются. Церковь не имеет особой значимости, когда мы собираемся в здании. Ценность церкви проявляется тогда, когда мы распределяемся в обществе. Соль в шкафу не делает нашу еду вкусней. Ее нужно распределить обильно, чтобы ощутить вкус. Церковь, которая собирается ради теологического дискуса в здании на час в неделю, не меняет мир. Я верю, что Бог показывает нам через трудности этого времени то, насколько важна церковь. Он также показывает, какую ужасную ошибку мы совершили до этого пробуждения. Нас называли нежизненно важными. «Мы закроем вас», и мы отвечали на это «хорошо». Как они смеют называть Церковь Иисуса Христа нежизненно важной? Я не могу представить, чтобы они сказали нам «вы не можете собираться», а мы ответили «хорошо». Это показало нам, что одобрение культуры стало слишком важным для нас. Я не тыкаю пальцами в других. У всех нас были проблемы с этим. Мы не понимали свою роль. Они не говорили такого Walmart или тому же Home Depot. Они сказали, что казино. Можно открыть раньше церквей. В Евангелии от Марка, 1 главе, 15 стихе, Иисус говорит, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это указание нашего Господа. Радостная новость будет обретать все большую значимость для всех нас. Не для остальных, нечестивых, аморальных людей. Для нас, если мы будем лучше каяться, хватит оправдывать наше нечестие. Хватит оправдывать наше попустительское отношение ко греху. Хватит оправдывать то, что мы называем серым. Скажите: «Господи, прости». Я покажу вам два примера из деяний, которые соответствуют Новому Завету и тому, что происходило в церкви. Одним из самых бурных периодов роста истории Иисуса
за два тысячелетия после того, как он вернулся на небо, был в первые десятилетия, несмотря на невероятные гонения. Сказано, «Слово же Божие росло и распространялось». Это Деяние 12 глава. А в 19 главе сказано, что в Ефесе, в языческом городе, с такой силою возрастало и возмогало Слово Господне. Так чего я прошу для нашей страны на Национальный день молитвы? Я молюсь о том, чтобы через Церковь Иисуса Христа Слово Господне росло и умножалось, чтобы Слово Господне росло силою и превозмогало. Я устал от того, что нечестие превозмогает. Тьма не победит свет. Тьма становится сильнее, когда света становится меньше. Когда вы будете ложиться спать сегодня, то не включите тьму, а выключите свет. А нас уменьшали достаточно долго. Мы хотели соответствовать, не хотели выделяться, не хотели, чтобы нас называли один из тех. А вот я хочу быть одним из тех на все 100. Церковь, настало время включить свет. Мы будем молиться, и Бог поможет нам. Хватит тревожиться из-за других. Это не поможет. Мы должны смирить себя. Это непросто. И для меня тоже, но я должен сказать, Боже, проблема не в них, а в моем сердце. В моем внимании и фокусе. Я хочу, чтобы они были связаны с тобой и тем, что ты делаешь. Если я отойду от этого, это не принесет хороших плодов во мне. И вас тоже. Я хочу провозгласить нечто. Вы присоединитесь ко мне. Провозглашение — это когда мы говорим то, что Писание говорит о нас. Вы придаете власть своим словам. Ваши слова обладают духовной властью на добро и на зло. Если мы провозглашаем то, что говорит Слово Божие, мы даем Ему власть в нашей жизни. Это 4 глава Деяний. Ученикам угрожали в Иерусалиме. Им сказали, чтобы они помалкивали. Их назвали причиной проблем бунтарями. «Мы казнили вашего босса и придем за вами, если не замолчите». Когда Петр и Иоанн вернулись к группе, которая поддерживала их, то сказали следующую молитву. Я немного адаптировал ее. Я дам вам ссылку. Давайте провозгласим это и в своей жизни. «Суверенный Господь, Ты сотворил небо и землю, море и все, что в мире». Ты сказал Духом Святым, устами своего слуги Давида, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Правители земли собрались вместе против Господа и Его целей. Господи, посмотри на угрозы и позволь своим слугам говорить Твое слово с великой смелостью. Протяни свою руку, чтобы исцелять и совершать чудеса и знамения во имя Твоего святого слуги Иисуса. Для меня честь молиться вместе с вами. Я хочу закончить с молитвой покаяния, которая начинается с нашего сердца. Господи, прости нас за наше безразличие, за поверхностное отношение к Тебе. Мы не тыкаем пальцами на других, мы просим Твоей милости в нашей жизни и Твоего исцеления. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном.
Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего. Мы живем в беспрецедентное время нестабильности. Такого не было еще недавно. Но я верю, что народу Божьему не время бояться. Нам пора проявлять отвагу. Мы сделали сборник молитв. Мы пользуемся ими в нашей церкви. В них мы полагаемся на крест и на то, что он приносит в нашу жизнь. Мы не можем полагаться на политиков. Наше основание в кресте Иисуса Христа. Крест — это не только наша путевка на небеса, чтобы не оказаться в аду. Писание говорит, что через крест нам даровано все для жизни и благочестия. Эти молитвы помогут нам преодолеть страхи и тревоги. Мы не одни в этом мире. Через крест своего Сына Иисуса Бог сделал все, чтобы о нас позаботиться. Возьмите эти молитвы на вооружение. Молитесь ими каждый день. Через них Бог укрепит вас, вашу семью, ваших друзей, и вы почувствуете разницу. Мы вышлем вам сборник молитв в качестве благодарности за ваше пожертвование от $40 и выше. Используйте эти молитвы, и вы увидите, как сила Божья изменит вашу жизнь. Книга пастора Аллена «Через крест» даст вам хороший старт. В книге вы найдете молитвы на 28 дней. Каждая из них основана на обетованиях, которые принадлежат нам через крест Христа. Эти молитвы укрепят вашу веру в этом меняющемся мире. А также мы вышлем вам в подарок брелок на ключи в виде креста из нержавеющей стали. Он послужит вам ежедневным напоминанием о силе креста. Сделайте заказ через сайт или по телефону, который вы видите на экране. Спасибо вам, что поддерживаете служение пастора Аллена Джексона. Мы изменяем этот мир вместе. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служения и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.